Олег Кожемяка поприветствовал участниц Дальневосточного форума «Женщина в деле». Масштабное мероприятие объединило жительниц округа, занятых в коммерческом секторе, работающих по найму, активных в политике и общественной деятельности. Безусловно, форум, который сегодня мы открываем здесь, имеет большое значение для всех собравшихся. Женщина в деле – это не просто домохозяйка, это не просто мама, это не просто заботливый человек о своей семье, это еще творец продукции той или иной, которой пользуются тысячи людей, творец идей, вдохновитель. Вот. И многие мужчины состоялись благодаря тому, что рядом находится умная женщина. Она всегда является той опорой, тем движителем, той точкой энергии, где-то и критиком, которая по большому счету здраво оценивает те или иные поступки и всегда может подсказать, в отличие, может быть, там от подчиненных, от кого-то другого, кто постесняется это сделать. Особенно важно, по словам губернатора, что женщины активно включились в поддержку военнослужащих участников СВО. Они проводят сборы гуманитарной помощи, плетут маскировочные сети, мастерят окопные свечи. Глава региона выразил представительницам прекрасного пола за это свою благодарность. Отметим, первый Дальневосточный форум «Женщина в деле» проводится в рамках национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы, утвержденной правительством Российской Федерации.